Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. У нас серьезная проблема. Лучше бы ты уладил это сам.
Остановись здесь. Тебя на куски порву. Советую тебе больше не связываться со мной. Еще поквитаемся. Ты везунчик, Морра. Тебе еще раз показать корт хватит. Убери оружие. Ты что? Ты везунчик, Морра. Мы еще поквитаемся. Хватит. Моя голова. Ах, мои кости. Ты везунчик, Морра.
С дикими кабанами покончено. Можете спокойно приниматься за работу. Наконец, хоть кто-то из вас позаботился о наших проблемах. Спасибо тебе, воин. Вот тебе мое золото. Все-таки так дальше не пойдет. Конечно, почему нет? Лучше бы ты уладил это сам. Послушал бы моего совета. Если бы это было так просто. Но... Из этого никогда ничего не выйдет. Лучше бы ты не встревал. Ты это серьезно? Я об этом подумаю.
Лучше бы ты уладил это сам. Но только заканчивай этим. Лучше бы ты не встревал. А вон еще несколько тварей!
Интересно. Мои руны потеряли свою силу. Думаю, что и у других магов огня дела не лучше. Я отправлюсь в дорогу и постараюсь изучить древнюю истинную магию. О чем ты говоришь? Во времена, когда еще не было рун, магией владели лишь немногие, очень могущественные люди. Это знание можно где-то найти. Я буду его искать. Я иду с тобой. Мы должны вести поиски порознь. Найди Ксардоса. Если кто-нибудь что и знает о магии, так это он. Мы еще увидимся, я уверен. Удачи тебе!